Так. А ладно, все сойдет у меня. Так. Ну-ка. Еще медикаменты можно? Нет. А, нужен еще зеленый лист, оказывается. Ну ладно. Блин. Ладно. Поехали. Все, я приехал. Три, два, один, открылось, отлично. Что, туда что ли? Ну вот хорошо. А как слезать? Если так же, я против. Да, не. Так, ладно, навыки. Если вы используете... Угу. Так, ладно, сейчас глянем. Так, бег сквозь джунгли, двигайтесь быстрее в положении, пригнувшись. А мне это не надо. Убийство ударом снизу. Вы можете дольше остаться под водой без глотка воздуха. Изготовленность надо, где будет действовать. Не 50% дольше. А, давайте под прицелом. АМР? Новый магазин? То есть я еще получаю что-то новое в магазине, если я... Да, мне это нравится, слушайте. Я потом гляну, что там за снайперка. Если она с гушаком, значит, я ее возьму. Я опоздал. Следующая стоянка у рыбаков. Там они пересадят Оливера на вертолет. Надо найти удобную позицию до того, как его пересадят. На время, да? Ненавижу на время. А сбиваемся по пути. Здорово! А, зачистить район? Да как, нефиг, смотри. Все, зачистил. Вот удобный выступ. Где же Оливер? Подожду Оливера. Ага. Ну-ка. Нахрена едет.
Вот он. Так. Фотосессия. Не трогайте его, засранцы. Все, хана вам. Я его ненавижу, но вас я убью. Потому что издеваться над ним моя панегатива. Нельзя дать Олли сесть в вертолет. Беги, Олли, давай! Чего? Вы... У меня была нормальная снайперка. Откуда у меня какая-то снайперка, которая, блин, пукает? Как хрен знает что? Тем более она еще не приближает ни хрена. Нельзя дать Олли сесть в вертолет. Беги, Олли, давай! Зашибись, то есть этот придурок тоже стрелять решил. Да откуда вы беретесь? Кто вас сражает, а? Особенно в таких количествах. Да обратите на меня внимание лучше. Не сыть. А, вон еще бегут. Олли, прыгай в катер. Татушки, сваливаем отсюда! Вали, придурок! Катер! Держи катер прямо! Я стараюсь! Быстрей! Мы отрываемся! Дикс! Взорвется. Да, вам, блин. Вот, блин. Черт, чувак, вертолет. Вертушка, вы
Давай, духни. Подхилиться. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты спас меня. Они всерьез взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом. Дерьмо. Мы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть где тебя спрятать. Нормально. Руки прочь! Достижение повышено. Лиза, Дейзи? Я нашел Оливера. Девчонки! А меня обнять! А мне обрадоваться. Горячие плантации. Что это за место? О, ну и крепкая травка. Никто не хочет дунуть, пока я ее не придушил. Я хочу, эй, погодите немного. Тут просто рай. Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идем. У тебя есть сиськи? Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. Какая ж ты полезная, блин. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райли, если с ним что-нибудь случится. Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я спасаю тебя, блин, тупая ты курва, блин. Я тебе эту пушку засуну в задницу и буду стрелять, пока не расколошмачу твою бошку тупую. Я спасаю вас, придурков, от какого-то бешеного тумбы-юмбы негров тату, блин. Тупая ты, баба, ё-моё. Давай-ка вместо меня иди спасай вас, задница. Я буду тут сидеть, короче, и ныть. То, что вы, что и вы, короче, говно, а я, короче, вообще полезный самый, ё-моё. О, марихуана. Не надо. Вот это хреново. Я такой пошел с моим, опаньки, что-то интересное. Потом думаю, походу за. Ну, оказалось, это корова, наступившая на чертову мину. Колби, тогда где был? В этом и фишка, он утек самоволку по бабам. Девушка была такой. О боже мой! Война, чувак, есть о чем подумать. Ага, о том, как и накурился. Я же байки травлю, Оливер. Настоящим ты не поверишь. Я вернусь. Эй, ты за пивом? Возьми мне пиво. Ну, сейчас. Еще чего. Бери. Детка, дай ему денег. Хочешь пиво? Ладно, я отдам деньги. Да, дай мне денег. Ладно, ладно, кто хочет денег? У меня полно бабок. Вот, держи. Кому еще бабок? Бабки! Не надо мне! Идите, купите вы. Что пьют в Бангкоке? Майтай. Забудь. Давай вдарим по самбуке. 5, 6, 7. Проблемы с подружкой? Она тебе сказала? Знаешь, Джейсон, Лиза ведь классная. Вот и стопки. Вот это? Прям здесь то, о чем я говорю. Эй, брат, хорошая идея. Держи, держи. Давайте мы пойдем на. Алкоголики, тунеядцы, дебилы. О, отпусти, где я?
что я? Я вижу камень. Красивый камень. Я вижу свою руку. Она страшная, как сама жизнь. Так, теперь объясните мне, что я долбанул и где... Что-то я... Так, поплаваем, может, все нормально будет. Слышь! Эй, спасибо за защиту. Это место вообще выносит мозг. Если не возражаешь, пойду забью косяк. Увидимся. Хорошо устро... А вдруг я хочу, а? Дай мне тоже косяк. Я... Может, я тоже хочу расслабиться. Может, я тоже хочу косяк. Не, хочу как эта баба, короче. Держать в руках вот эту хуйню и делать вид, что я полезен. Ой, боже мой. Кто-нибудь позвоните. Тейсон, я нашел твоего друга Кита Рэмзи. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Так. Его зовут Бак. Он полный муп. Его зовут Бак, он полный му... И такая тишина. А, классно. Так. Куда мне надо там? Куда мне надо? Чего? Так, что-то я не понял. Ладно. Здрасте, я знаю, что у вас... Любимое оружие, да? Любимое. Так, что тут? Оптический прицел, специальная раскраска, и стреляет разрывными бронебойными патронами. А что... Ну-ка... А чем я вооружу? Так. Чего? О. Пил. Какой я опасный, ё-моё.